оттенок. Вот хочу что-то либо телесное, либо такого молочный оттенок. Шить или не шить? Этот вопрос красноярка Людмила Надымова уже решила. Через 2 месяца свадьба, а модель платья еще в проекте – непорядок. Шаг первый – знакомство с модельером и совместное обсуждение будущего наряда. Мне очень нравится, вот оно. Угу. Как бы верх рук, ну, конечно, не так открыто будет. Может быть, вот сюда завести как бы кружево. Платье цвета айвори в пол и чтобы кружевная спина. Такую модель так просто в магазинах не отыщешь. А если и найдешь, семейный бюджет изрядно пострадает. Сшить на заказ такую задумку Людмиле обойдется в 25 тысяч рублей. Для людей, которые умеют считать деньги, наверное, но это больше, чем в 2 раза дешевле, чем купить в магазине. То есть, если сейчас покупают себе платье в районе там 100 тысяч рублей, ну, то есть приблизительно там, ну, разные, конечно, разбег цен, смотря в зависимости от бюджета, то шить можно там за 30-40 тысяч, можно шить просто конфетку. Шаг второй. Снимаем мерки. Какие-нибудь изменения происходили в последнее время с фигурой? Учитываются все особенности вашей фигуры. Купленное в магазине платье часто приходится ушивать. В нашем же случае это исключено. В первую очередь мы с невестой обсуждаем стиль, образ на свадьбе. Свадьбы бывают разнообразные. Там, к примеру, стилистика какая-то проведена. И невеста должна быть в этом стиле как-то быть гармонично. Шаг третий. Выбор ткани. Модельер Василина готова вместе с клиентом изучать ассортимент тканевых магазинов. В тренде этого сезона, говорит швея, как нежные классические модели, так и шкодные платья-футляры с карманами. Кейт Миддлтон, например, это платье хотели у меня только 2 дамы заказать. Одна вот отшила девушка. Самое начало, это очень долгое начало. Самое главное придумать. Процесс пошива, он тоже, конечно, время занимает, но это уже более тонкости, которые на девушку абсолютно не сваливаются. Для объемных юбок в разлет в ход могут пойти даже белоснежные шторы. Здесь опыт мастера и фантазия невесты творят чудеса. Итак, платье на заказ – это не проблема. Если же у вас намечается тематическая свадьба, и вы хотите объединить своих гостей какой-либо деталью гардероба, будь то шляпа, бабочка или шуточный галстук, театральные ателье возьмут заботы по ее пошиву на себя. Это мундир гусара, костюм сценический для театральных представлений, для театральных шоу. Он также может использоваться и в каких-нибудь тематических мероприятиях. Создать полноценный образ – дело кропотливое. Настоящий театральный костюм стоит недешево. Этот, например, около 10 тысяч рублей. Если ваша свадьба в стиле Бородино, подобный гусарский наряд вполне мог бы произвести фурор среди гостей торжества. Шьем костюмы любой сложности, начиная от сложных фраков, мужских костюмов, в том числе и свадебных, да. Делаем главные уборы. Вот такие праздничные колпачки 300 рублей штучка. Для морской свадьбы шапочка с ракушками. Для царской каждому гостю по короне или по шутовскому колпаку. Кокошники для свадьбы в русском стиле. Маски на любой вкус украсят гостей свадебного бала. Для маскарадов у нас очень много как бы заказчиков. Да? В Красноярске вообще очень модно и популярно все вот эти вот корпоративные мероприятия. Делали мы и Вилли Вонга на заказ, и делали снегурочку для мужчин. Для свадьбы в восточном стиле такие вот женские наряды звенят и переливаются. Вышивка на лифах ручной работы. Уже появились идеи, скорее запишите их, а лучше сделайте эскиз. Люди неопределившиеся способны и себя запутать, и мастера. Но объем работы нас любой не пугает. Это целая свадьба вместе с гостями, и женихами, и невестами. Цена изделия будет зависеть от сложности пошива и, конечно, от цены на ткань. Чем проще выкройка, чем меньше мелких деталей, тем дешевле вам обойдется образ. Один клиент хочет, чтобы это было поверхностный образ, да, поэтому мы используем самые дешевые материалы. Другой хочет, чтобы это было безумно пафосно и дорого, поэтому используются очень дорогие материалы. Это, конечно, все индивидуально. Вы можете купить готовое платье в салоне, а друзей свадьбы нарядить в картонные колпачки. Решать вам. Главное, чтобы вы чувствовали себя королем и королевой своего торжества. А гости потом еще долго вспоминали. Ах, какое у невесты было платье!